Как честно, можно задать вопрос? Да, нет. Вот это, вы чаете по СССР, нет? Мы вот люди с вами-то одного поколения. Я 61-го. 65-59-го. Ну, одно время. Ко мне не надо приближаться, я могу как бы это... Да, хорошо. Ну, так не скучают тут по СССР-то, нет? Нет. Не скучают? Нет. Только ведь как? Я получил пенсию. Заранее получил, я вред сбрылся. То есть я 50, я 6 лет, как я на пенсии. Как бы мне это не особо. Пенсия-то большая, вот у меня, например, маленькая совсем. У меня очень маленькая. Тоже маленькая. И как живете? Поделитесь опытом выживания. Гараж даю. У меня есть гараж. В хорошем месте. Три этажа. Гараж мой. Хороший гараж. И он большой. 7 метров. Да. Ну и хватает на жизнь так, да? Ну, 3 штуки беру каждый месяц. Вообще жизнь дорогая вот здесь. И в Йошкар-Оле. Ну, я бы сказал так, в Москве дороже. Ну, естественно, в Москве, конечно, дороже. А вот где бы, вот если бы вам предложили, выбирай, где хочешь жить, в каком городе, вы бы в какой выбрали? А не хочу. Я здесь родился, я здесь вырос. Родина. Ну, это моя родина. У меня кладбище большое. Корни ваши здесь, да? Конечно. Предки. Предки все здесь. Кладбище большое. Ну, как здесь сказать-то, в общем, большое. Там бабушка моя похоронена, там мой брат похоронен двоюродный, там мой отец похоронен, там и мне места хватит, и моего брата. В общем, там поляна. Поэтому ничего не хочу. У нас здесь войны нету. Воевать я не хочу. Ну, а кто хочет? Никто не хочет. В Афгане было дело. Служили? Служили в Афгане? Афган был приятный. Я сержант, когда вышел, здесь в часах и 8. Вы знаете, я испугался, когда Польша была кипишной. Это был в 81 году, там это кипиш был. И нас, я же служил в Литве, вот, в Гажурная, да. И нас заставили погоны сменить на красные. Все, перешивали, блядь. Вот я тут испугался, блядь. А чего испугались-то? Война с Польшей. Это 81-й год? Да. Да. А я-то уже был. Больше технику стрельбина. Я в 19 лет ушел. Ну, по СССР, СССР не скучаете? Не скучаю. Не скучаю. Не скучаю. Ну, сейчас лучше жить-то стало или как? Так же. Так же? Нет, так же. А вот насчет этой набережной Брюгге-то как? Все мы туда приезжаем смотреть это выдающееся архитектурное достижение. Как вам оно? Этот... Нормально. Теперь туристов зато много, да, приезжает? Нормально, вот оглянись, посмотри. Все это не так давно сделано. Кремль, это все. Ну, а нравится вообще? Конечно. Я здесь на месте Кремля был. Марийская. Ну, Марийская танцевали, Марийская танцевали. Вот. Я русский. Угу. А вот в 81-м году боялись войны с, как вы говорите, с Польшей, да? Хотя да. Польша же была тогда еще как бы дружественное государство-то в 81-м году. Да. А все дела с Польшей, война с Польшей, 39-й год, война с Польшей была. А сейчас ничего не боитесь? Я пенсионер.
пожили, вы уже достаточно, да? Конечно. 61 год. Вот по-вашему, как вы считаете, есть ли в этой жизни какой-то смысл? Да что? Конечно, есть. Никакой. Ну, я пью. Курю. Сигаретам я, ну, скажем так, не местные. С Прибалтики привезенные. Подешевле. Да. Ну, две цены, скажем так. Вот. А что, я хорошо живу. У меня в 13 лет был мопед, мотор, велосипед. В 16 лет у меня была ява полная. Все. Со стеклом, блядь, с дугами, блядь. В общем, ява. Потом у отца была машина. Копейка, ну, 11-я. Движок там. Ну и зачем вот человек живет? Вот прожили мы с вами 60 лет. Зачем? Да. А что, я плохо не жил. Я плохо никогда не жил. Я был мастером, прорабом. Ну, ясно дело, что там. Ну а для чего живет человек? Вот для чего вообще рождается, живет? А сам-то по себе. Для чего живешь-то? Я считаю, чтобы научиться любить. Ну, я трижды женат. Трижды женат. У меня три сына. От каждой жены по одному сыну. Так что я жизнь прожил хорошо. А цель-то какая? А? Есть у вас в жизни цель? Вы достигли какой-то цели? А зачем? Зачем? Так зачем жить-то тогда? Для удовольствия или для чего? Я не понимаю. Для удовольствия, конечно. Для удовольствия. Конечно. У меня 19 абортов. Я симпатичный мужчина. Да. 19 абортов. Две женщины по 3 аборта от меня делали. Кино. Так вот. Я считаю, что я жизнь свою тоже хорошо. Не зря? Не зря. Слушай, у меня там сумочка стоит. Ну, а главное достижение вашей жизни в чем вы видите? А потому что я живу. Ну, а главное достижение, чего достигли? Как тебе сказать-то? Не знаю даже, как сказать. Это вопрос очень сложный. Я живу, как Д'Артаньян говорил, Д'Артаньян, Портос говорит, я борюсь, потому что я борюсь. Он так вот говорит, ну, по фильму, конечно. Я читал Портос, ну, читал. Ну, вот говорят, что рано или поздно все равно солнце погаснет. Земля не вечна, тоже взорвется, истлеет, остынет, все, а жизнь прекратится. После меня хоть поток. Да? Ну, сам представляешь, я жил хорошо, я из кабака, ну, в смысле, из ресторана не выходил, деньги позволяли. Я инженер-строитель, ну, мастер, ну, я сам что-нибудь продам. Даже был алименщиком. Ну, ну, машину продам, две, три кирпича, ёпта. А смерти не боитесь? Теперь уже нет. Вы верите, что после смерти какая-то есть продолжение жизни или ничего нет? Нету ничего. Ничего нет. То есть просто тьма и все? Да, конечно. А чего я бояться? Я сержант ВДВ. Меня учили убивать. Заметь. Ну, убивали нет вообще? Нет. Я нет. Ну, а запросто. Запросто. Меня учили убивать. Плен не брать. ВДВ так. Как учат. Вере, то есть, по вашему мнению, после смерти ничего нет. Тьма и, в общем, ничего нет. Тут ничего не скажу. О. Ну, по вашему мнению, ваше мнение. Что-то есть. Что-то есть? А что?
Ну что, что, что? Вот одни говорят, что суд будет по делам. Вот чего в жизни натворил, тебе за это будет суд. Я не боюсь, да, я ничего. Грехов немного? Немного. Грехов нету. Даже нет? Я не боюсь. А в Бога верите? Нет. Не верите? Нет. Ты же тоже ученый? Ну. Извини, но ты. Ну, в какой-то степени, да. Да? Да. Ты это госэкзамен проходил? Что проходил? Госэкзамен. Ну, конечно, конечно. Учился, да. Да. А ты знал, что такое госэкзамен? Сдал ты человек, а не сдал ты. Кто? Это да. А теперь его нету, госэкзамен. А я его сдавал. 5 лет учился, блядь. Извините за заражение. Хорошо учился. Я чертежник. Я тушу. Я инженер, смотри, я тушу. Ну, черкать. И мне за одно слово могли выключить нахуй. Моя жена на 7 лет меня младше. Вот. Она уже это не у ней уже государственно не было, а у меня был бы. Значит, вы считаете, что Бога нет? Мне отец говорил так, что-то, говорит, есть. Я, говорит, в судьбу верю. Его уже 2 года как нет. Судьбу – это некоторая предназначенность уже, да? Такой сценарий жизни. Да, я, говорит, в судьбу верю. Судьбу. Я в судьбу верю. И вы тоже верите? Конечно. То есть ничего изменить невозможно, уже задано, скажем, вам быть вот. Конечно. И так вот. Конечно. Ничего, то есть не во власти человека. Не во власти. То есть у нас нет свободы воли. У тебя тоже ее нет. Я согласен. Тоже ее нет. Да. Ну, что тебе, выйдешь нахуй, под носу попадешь. Да, 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 так я уже попадал. Ну, выжил, ну, выжил чудом. Да, ну я вот не попадал, но я знаю, судьба есть судьба. Верите в судьбу? Конечно. И отец мой верил. А вот то в предназначение верите? Вот человек к чему-то каждый предназначен. Я старый человек. Ну, вы верите, что... Я седой человек. Ну, все-таки, что предназначен. Верите в это? Конечно. Нет. А вот к чему вы предназначены? Я теперь боюсь купаться, плавать. Хотя я хорошо плаваю, хорошо ныряю. Но я уже теперь боюсь. А почему? Чего-то боюсь, все. Я ходил в бассейн, с 3-метровой вышки нырял, всякое разное, попой, всякое разное. Да, и теперь я боюсь. Недавно плавал в Латвии, в августе. Я хорошо плавал. У меня техника есть по плаванию. В общем, я шикарно плаваю. Нырял хорошо. Не боюсь. Годы идут. Так же вы смерти боитесь или чего? Да, смерти как бы это. Не боюсь. У меня же есть кладбище, я сейчас сказал. Все, понимаете. Уже моя полянка есть, уже все. А если бы вам дали возможность выбирать себе жизнь последующую, вы бы кем хотели стать? Какую жизнь вы выбрали? Вы хотите спросить меня насчет горячий камень? Это много людей. Горячий камень – это, как его звать-то? Гайдар. Угу. Ну да. Много людей было у этого камня, но никто его не хотел сбить. Почему-то. Я не хочу его сбить. Ну, в смысле, сбить и начни жить сначала. Я этого не хочу. Ну, а если бы дали возможность, вы бы какую жизнь выбрали? Такую же, как я. Как сейчас. Так а зачем 2 раза одно и то же-то? Может быть, все-таки что-нибудь поинтереснее выбрать, нет? А зачем мне интереснее? Не надо интереснее. Я просто интереснее не знаю и знать не хочу. Вот ты тоже выберешь поинтереснее.
для меня Европа, что ли, нужна? А, кстати, вот Европа, вот вы как вы относитесь? Ой. Не переживаете, что у нас какой-то развод с Европой? Да, что ты? Я был в Румынии однажды. Там водка была дешевле. Говно, а не водка. Но сейчас-то не переживаете? Нет. Не хочу. То есть на России нам достаточно? Не хочу, ни Францию не хочу, ни Париж Россия не хочу. Россия лучше всех. Да, вот правильно говорит. Россия лучше всех. Да, не хочу. Зайдешь? Нет, некогда уже. Замущу. Уже уходим. Нет. Да? Уходим. Там стоит. Давай, ну счастливо, спасибо большое. Ой. Нет, все, спасибо.